сегодня я иду в розовом, а завтра я пойду в голубом, а потом в желтом. Ром, Диан, привет. Привет. Где мы сейчас? Магазин Орео. Сегодня в Орео центр. Это один из самых больших торговых центров в Италии. Вот, надпись такая, обувь интересная. Показывают, как будет работать обувь. Окей, Лиза. You can write everything. One moment. Смотри, Ром, там твое имя. Рома. Рома. You can write everything. Wow, beautiful. Рома. Yes. Yes. Yeah, okay. Да, видите, какая-то. Мехико такос. А вот это с фруктиками. Ну, томатная сумочка. Смотрите, помидорки. О, а у тебя такая сумка. Я здесь еще и кошельки продаются. А здесь мужские сумки. Соседний отдел. Мы уже проголодались, а здесь продается пицца. Итальянская. Итальянская. Интересно попробовать. Наверное, возьмем вот такую и возьмем рыбную. Нам говорили, она должна быть очень вкусной. Вот такая пицца. Нам ее нарезали кусочками и дали. Диана, вкусная пицца? Он уже наелся, судя по всему. В общем, пицца нам очень понравилась. Снизу можно кушать и смотреть, как делают эту пиццу. Вон там дека с готовой пиццей стоит. Здесь очень большая очередь на смузи, чтобы за пирожки, которые мы стоим. Я хочу фруктики. А вот эти курничка, дынька. Мы поели, пошли дальше, увидели такой магазин с праздничными украшениями. У Дианы сейчас сезон единорогов. Маленький такой магазинчик, не такой, как в Америке. Я думал, он туда вглубь идет. Рома выбрал себе динозавра в итоге. Вау, какой здесь замок. Зеркало. Ну, я помню, что я купила зеркальце, что-то происходило. Там кто-то был, показывался. У меня есть. Да. Есть. Вот так было. А какая люстра, посмотрите. Какая здесь люстра, Диана увидела. Я хочу вам показать, как Бэй выглядит красиво. Идем. Вот как Бэй выглядит, да? У меня сколько платьев есть. Как прекрасно. Я ее увидела в мультике Барби. Там они хотели захватить того мальчика и на нем пожениться. Кошмар. Пожениться на мальчике. Да, на взрослом мальчике. Тут мама себе нашла тачку новую. По цвету платья. Да. Круто тебе. У тебя новая тачка. Это скелет. Такие скелеты были в мультике. А этот, он залезал к Рапунцель на замок. Мы тут такие заводные игрушки интересные нашли. О, боже.
Давай вот это вот. Собрал? Ай, вот оно на руке вот это. Ух ты! О, и приятно! Наконец-то мы их нашли! Какие на меня? Рома в рекламе насмотрелся. Отдайте. А на три руки сразу нельзя? Ну, можно я, а потом ты. Ага, сразу вся падает. Не, все равно. А Рома там паровозиками играется. Что, классная дорога? Да. Ром, где Диана? Не знаю. А, она вон спала. Диана? Ого, как ты там устроилась. Если там лежит груз в корабле, она подъезжает и потом опускается, сама открывается. Подъехал? А мой поезд как раз в это время приехал. Что это такое, Рома? Мячики можно такие купить? Это Ромина любовь. Знаете, что у Ромы огромная слабость – это мячики разные. Мам, можно вот это купить? Один? Да. Мам, если это твои игрушки, которые ты сегодня купил, то можно. Дорогие друзья, сегодня мы вам покажем крабика. Вот это дает. Оно магнитное. Такое магнитное. Прикольное. Глаза магнитные. Смешная. Вот тоже магнитное. Сегодня я иду в розовом. Сию. Пока-пока. А завтра я пойду в голубом. А потом в желтую. Петушок. Тут вот еще есть собачка. Роли-поли-пап. Целый мультик. Прикольно. Диана, ты себе массаж делаешь теперь, да? Вот, куда, как она складывается. Ее вот так вот носить. Мы вернулись и взяли еще две игры. Боулинг и кёрлинг. Такие вот они коробочки. Мы потом поиграем, покажем вам, как в них играть. Книжку читаете? Да, она там где-то спрятанность. О, на все поднимаем. Это из разряда Слимани.
тобой, так что всем пока!